Теперь уже многодетный папа Артем Давыденко не скрывает эмоций, очень волнуется. Новогоднюю ночь супруга Ирина преподнесла ему особый подарок – в конверте и с бантиком. Пока мужчина вместе с сыном Ростиславом в предвкушении встречи, медработники готовятся вручить малышку семейству во всей красе. Эмоции такие, что уже хочется быстрее забрать домой и уже, наконец, нянчить свою доченьку, потому что это все уже, наконец, закончилось. Все муки, точнее. Ну, хочется быстрее уже домой забрать жену. И вот наступает долгожданный момент. Самое время подарить цветы, признаться в любви и обсудить, на кого все-таки больше похожа красавица-дочка. Поздравляем вас. Растите здоровенькие, не болейте, приходите к нам еще. А девочка по имени Варя появилась на свет днем. Вес 3,260, рост 50 сантиметров. В семье она стала первой девочкой. Ой, знаете, даже нет слов. Честно, так долго ждали. И вот, наконец-таки, 1 числа. А как прошли роды? Во сколько вообще родили вы? В 13:35. Ну, легко, я сказала бы так. Быстро. Уже через 55 минут на свет появился еще один маленький горожанин. Вес 3,370, рост тоже 50 сантиметров. Всего же в первые часы 2021 в Беларуси родились 53 малыша. 24 мальчика и 29 девочек. Первый крохотный белорус в этом году зафиксирован в Витебской области в 0 часов и 10 минут. В Могилевском регионе под бой курантов зарегистрированы 5 детишек. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.